Наверное, это из детства мы уносим с собой мечту о непокоренной высоте. И, наверное, многое, не растраченное в детстве, вбирает в себя спорт. Этот фильм – эскизы к портретам двух рекордсменов мира – Владимира Ященко и Вильмы Бардаускены. Нам кажется, что рекорд всегда манит к себе тайны. Тем, что там, за горизонтом. Это как в незнакомую речку прыгнуть, рассказывал Ященко. Пока не нырнешь, страх, неизведанность. Что же помогает раскрыть тайну? Техника, сила, скорость. Но нужно еще и нечто совсем другое. Вначале найти победу в самом себе, а потом уже над метрами и секундами. Прыжок – трудный жанр легкой атлетики. Он отнимает много сил. Душевных – тоже. Вильма умеет одухотворяться полетом, как можно одухотворяться музыкой. Вильма пришла к своему рекордному полету за 7 метров не сразу. Она по крупицам создавала свою дерзость. У Ященко все по-другому. Его стихия – взрыв. 18 лет он бросил вызов высоте, о которой просто еще не успел по-настоящему помечтать. 2 метра 35 сантиметров. И вот теперь ему, наверное, гораздо труднее. Теперь от него уже все ждут новых рекордов. Он очень молод, значит, все еще впереди. И забывается, что рекорд-то был установлен фантастической. Впрочем, он сам говорил, рекорд будет побит. И очень скоро. Это смогут сделать многие. А вы? Спросили его. Могу и я.
И вот опять рекордная высота. Та самая, которую ждут. Сей раз нет. Правда, и это нет принесло ему звание чемпиона. Они шли к своим рекордам по-разному. Сколько бывает в их жизни минут, часов и дней, когда можно не думать о планке, сантиметрах, разбегах. Но есть, наверное, в каждом настоящем спортсмене нечто от первооткрывателя. Зачем же сила, если не мечтать о победном финише? Заканчиваем эскизы к портретам людей, чей поиск можно определить одним коротким словом – вызов.